Ребят, всем привет! Вчера у нас были соревнования в городе Балаково. Наша команда вчера хорошо выступила. Мы завоевали 2 золота, 2 бронзовые медали. 2 человека проиграли, то есть 4 человека у нас хорошо выступило. Вчера брали с собой нашего друга и нашего ученика Ханина Никиту. Он дерется в тяжелой весовой категории. Он мне всегда, говорит, рассказывал, я больше ударник, говорит, больше направлений у меня тайский бокс, бокс, кикбоксинг. Я ему говорю, ну съезди давай на рукопашку посмотрим. На рукопашке, правда, не только удар, там же и борьба, борьба нужна. Я так и думал, что он в борьбе будет проигрывать. Вчера вот он отбился одну схваточку, по очкам проиграл. И я так смотрю, парень очень перспективный. Удары, в принципе, есть, но над ударами тоже надо работать. Вчера он жестко и не смог попасть. В первом же бою он встретился с хорошим борцом, который вообще не бил, просто боролся. Я ему говорю, Никит, разрывай дистанцию, отходи, бей жестко, не давай бороться. У нас в рукопашке на борьбу, то есть на бросок дается 5 секунд. Я ему говорю, за 5 секунд он тебя не успеет бросить. Ты просто двигайся назад, встречай его. Если он будет захват брать, идти на тебя, просто бей. И вот он с этой задачей не справился. Я вот сейчас еду в сторону Пензенской области к родителям и анализирую, думаю, Никитке надо борьбу поставить и защиту от борьбы. Тогда он будет побеждать. Очень перспективный боец.